Ситуация с задержанием экс-президента Киргизии – внутреннее дело Бишкека. Такую позицию высказал премьер-министр Дмитрий Медведев, прибыв на заседание Евразийского межправительственного совета. Он отметил, что, цитата, «Кыргызстан – один из крупнейших партнеров России. К тому же страна является участником Евразийского союза и ОДКБ». Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Я могу сказать одно. На мой взгляд, очевидно, что в 21 веке свой лимит на революции, как любят говорить, Киргизия уже исчерпала. И было бы очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, и в том числе, кстати сказать, ударит и по даже нашему евразийскому проекту. Дмитрий Медведев также выразил надежду, что все дальнейшие процедуры в стране будут идти в соответствии с законами и Конституцией Киргизии. 9 августа в Чолпан-Ате началось заседание Евразийского межправительственного совета, в котором помимо принимающей стороны участвуют главы правительств России, Беларуси, Армении и Казахстана. На встрече планируется обсудить вопросы, касающиеся трансграничного взаимодействия, совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, регулирования алкогольного рынка, распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразэс. Напомним, на этой неделе в Кыргызстане неспокойно. В четверг экс-президент Алмазбек Атамбаев был арестован после того, как десятки сотрудников силовых структур в защитном снаряжении в очередной раз штурмовали его резиденцию в селе Кайташ. Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Нынешний глава государства снял с него неприкосновенность 27 июня 2019 года в связи с выдвинутыми в его адрес многочисленными обвинениями, в том числе в коррупции, сокрытии доходов, освобождение из заключения в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и других незаконных действиях.